здесь, да? Не знаю, есть там вход с той стороны? Я с этой заходил. Вот с этой. Я тебе махнул головой в какую сторону. Бля. Ну не очень хочу под треугольником пролезать, это плохая примета. Всю жизнь пролезаю по ней. А в квадрат что, хорошая примета? А в квадрат хорошая примета? Нас не снимает? Снимает. Снимает уже? Нормально. Я как в туалете? Палатки уже 4 дня нас трясли, уже дожить до дела. Уже бомж спал. Ложись сначала, беду. Блин, вот просто я смотрю, она маленькая, ты же в нее не влезешь. Ножки подожмет и влезет. Что блин, делать? Самое хуёвое. Влезет, брат, влезет. Ты возьмешь майку, стики, и стики не взял. А, не взял. И телефон взял. Я все взял. Ой, на камушках, как хорошо. Завтра просто... А ты эту штуку разве взял? Нет, вот эта пленка есть, чат. Я могу? Короче, смотри, я поставлю так, я пойду чекну там еще вообще. Заходи, заходи, давай. А, все уже можно? А ты там разложился? Сейчас я приду, я подам вам туда ее. Давай. А два пить взял? А, попить, да, пепси взял. Пепси. А ты в тапках еще? А? Ты в тапках еще, да? Да тут не похуй. Мне кажется, или ты там только сидеть можешь? Да, успокойся, я лягу, я не в таких спал. Можешь заходить. А подожди, мне надо, чтобы это подержал что-то. Или давай. Чего? Ну просто закидывай пепси. Да, пепси. Да. Подушку, брат. Подушку. Парень, нашел. Давай. Ну все, я полез. А, еще вот это уже. Блин. Слышь, нет, это нормально. А ты, я это что говорю? Видимо, не нормально. Да. Еще и спать на них, брат. Еще и спать на них. А вот эта штука, это чтобы под это, под себя, да, под себя, да. Пиздец. Ты на камнях, конечно, замерзнешь? А? Ты не замерзнешь? У меня спальник минус 30, я уже рекламирую его, блядь, третий стрим, нахуй. Блядь. Надо брать. И что, она тут будет? Так, сука, это чисто испытание космонавта, блядь. Не, ну да, стой сюда, не вырубай. А вот это для чего? Это твоя, да? Это тоже моя. Это, тут это была, наверное. Это, да, в комплекте. Пускай две будет. Ой-ой-ой, так ладно. Ладно, не замерзнуть. Самое главное, не замерзнуть. Когда я на тебя тогда все кину? Давай. Чего? Ну, да, залазь, я на тебя просто все вот это скину, я тебе мешок постелю. Так, все, лежи. Спинника, а как не вот сюда вот ноги, да? Вон там ноги. А тут закрываю. Блядь. Ложись спать. А, блядь, я под себя не положил, стой. Ой, на камнях не надо. Да, 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 да. Стой, стой, Тоха, я еще не разложился, я да? Я понимаю, просто если слишком близко палатка, у меня экран гаснет, короче. Как нельзя, бара, как здесь не было. Я пацаны, что? Спокойной ночи получается. Доброй ночи, брат. Блядь. Она какая-то здоровая, слышишь? Чё? Вот эта штука. Палатка? Нет, вот это вот. Под голову с двойней. Ты зачем Тохин писюн смотришь? Я? Тебе что-то здорово. Здесь я по максимуму выжил. Там все падает.
Прикинь, соседи, если кто смотрит, что тут в палатке происходит. Да что, Юр, да что, круто. Где мой мешок? Подушечки называй свои. Бля, я уже заебался, не могу тут сидеть. Да, лишь бы камеру не разъебать. Я за это больше всего переживаю. Но мне даже жарковато. Жарковато? Уже да. Значит, Дима, телефон в кармане, главное не забыть про это. Надо дома оставить его. Нахуй мы поход его взяли. Я тоже с телефоном. Давай подушку. Так. Бля, все хуй. Да. Хотя бы чат почитай, что там пишут. А? В чате почитай, что там пишут люди. Ой, даже интернет ловит такое. Идеальное место. Нет, не ловит. Ошибся. Бля, не той стороной, ладно. Ну как? А что-то хуйно, неудобно. Как в космодроме. Так как в натуре в космодроме. Фокусы, говорят, нет. Да, да, я про это. Фокусы, ребята, что-то брать. У нас теперь есть фокус. Че, нормально там? Ну там они говорят, что-то тыкнуть камеру. Не тыкай в камеру больше. Давайте. Давай. Фонарь как выключать, знаете, блядь? Нет. Ну при свете что-то. Да я короче, нихуя вы его поставили. Там кнопка круглая, на нее нажать. Да я при свете посплю, короче. А я? Ты обо мне не думаешь. Ну посмотри тогда, вот тут. Сверху, да? Все. Суки, спрячь на фокусе. Я подальше от камеры, нахуй. Чтобы не разъебать ее. Тогда нас не видно будет. Что там ребята пишут? Ебануться будете. Или будете носочки одели. Не спите хуже. И как в туалете. Я думаю, это Тоха. Чем займемся? Стивен, чем займемся? Я отвечаю, я чувствую себя как в космосе. Вы знаешь, вот как Space Cosmos отправлял вот этот Стив Джобс? 36? Да, да. Ну, у нас, вот у нас примерно такие в России технологии есть, блядь, эта палатка, блядь. Сейчас да, застегнусь там. Оп. Блядь, я очень далеко от тебя подвинул пенку. Ну ладно, зато... Блядь. Ладно, чё брусские черви, блядь? Да я просто не хочу сейчас сломать, блядь, чё-нибудь. Пенку далековато. Пенку? Пенку. Бля. Пенки. Что будем делать, Джуни? Ребята, предлагайте свои челленджи. Челленджи в этот. В области палатки. Может, по факту можем. Вот до чего этот хейт довел. Не играйте в казино. Теперь мы стримим с палатки. Чат рулетка. А прикинь, казино бы тут стримили. Это реально было похуенно. Типа все, все. Я хату ставлю на зеленое. Ой, на синее. Поставил хату, блядь. На драгоне деньги не выплатили. Че, блядь, я думаю, так можно Dragon Money прорекламить. Что мы... Это антиреклама будет, братан. Почему? Потому что мы в палатке, хату продали. Мы на отдыхе, мы даже на отдыхе играем в казино Dragon Money. Прикинули в чат рулетку с палаткой. А я клянусь, это зайдет. Давай сделаю. Давай. А там сзади звуки медведя вставить. Вот. На хромаке. Ну, да, можно. Это охуенно. На хромаке не вставишь, но через фанпад звуки медведя можно вставить. Ну да. И все будут, и мы такие типа... Блядь, давай сделаем. Давай. На проекте Влада А2. Влада А2.
Прикинь, за нами залетит. Да, да, да. Мы будем типа, бля, там медведь похоже, что делать. И нам приятное будет. Это 100% залетит. Чатя, как вы этот, как вы смотрите на такой... Это охуенно. И нам пьяное быдло будет говорить, да все нормально, бейте ему в пах. Медведя. Мы будем спрашивать, как вырубить медведя. Бля, я только зря мы это сейчас я это сказал, бля, потому что сейчас, в принципе, ну, ладно, плохо. Так у нас недалеко компьютер, мы завтра можем сделать канал. Да, все, пусть Тима Масонин забирает новый. Нихуя, нет, это наша идея. Нет, все, Тима заебал, бля. Почку забери на неделю. Спросишь уже, да спать-то будем. Да мы так. Кстати, не, человек знает об этой информации. 95. Я думаю, это все наши братаны не скажут, не поделятся. Вы же не сольют? Нет. Ребят, вы же не сольете. Идите в поход со стримом, да мы хотим это сделать. Голос медведя в чат рулет. Это комментарии написали? Это там в чате написали, да. Холодно? Да нет, жарко вроде. Мне только что-то тыкает, блядь, в голову. А, это бордюр. Тут бордюр просто выше головы моей. Можно даже тиктоки тут записывать. В палатке? Ну так... Всякие идеи вот эти вот, ну? Ну тут места маловато. И что? Надо делать. Сначала места маловато, а потом во дворцах снимаем, слышь. Эти вот, это чё? Зелье забыл скинуть приз. Блядь, сейчас зайду в этот Сбербанк. Скинь там, пацан, полторышку. Заработал, да, человек? А кому я писал? А, нашел. Но немножко неудобно колет. Колет камушки. Можно реально социальную рекламу снять. Людей, которые борются с зависимостью игромании, нахуй. Лучше наоборот уже казино тут пиарит. Так как? Это антиреклама? Для них антиреклама, но мы играем в казино, нам же будут платить деньги за то, что люди по нашим ссылкам будут заходить. Ну, то есть, казино вообще похуй. Пускай это наоборот можно даже. Можно там производить свой личный бренд палаток от компании Влада 2. Влада 2. Ребятам, подписчикам, которые, да, там, блядь, проебали хату в казино, да? Да. Я тебе говорю, ебать на идеи вообще думаются идеи. Ребята, я, если что, про подписчиков, а не про легионеров. Потому что разные вещи есть. Сделайте кто-нибудь нарезку, как мы в палатке общаемся. Ну просто вообще тут сидим. Я думаю, это интересно будет на YouTube посмотреть. А если я на канал буду заливать моменты хайлайта? Да заливай. А можно даже, знаешь, какую-нибудь сделать жесткое это наказание. Неделю в палатке. Мы будем еду сюда приносить человеку, воду. А как сайт срать, хуй узнает. На Пепси далеко. Это последняя жидкость, которая у нас осталась. Ты уверен, что ты хочешь это выпить спустя 10 минут? Конечно, я даже не выпил. Я взял с собой просто, я даже ни глотка не сделал. Нихуя ты пьешь, слышишь? Нам вдвоем пить, ты ебнулся, ты всю кока-колу выпил. Я было вот половина. Ты чего? Ты ебнулся, у нас половина да, была. Не. Хуя, ты сказал, ты видел, сколько у нас жидкости? Я два глотка сделал. Я поэтому, не бать у тебя глотки, нахуй. Ты, блядь, рот здоровый, на. Этой жидкости нам еще на 3 часа. Пускай... Какой 3 нам до утра? Блядь, будем еще рекламу Пепси делать. Мы будем в палатке только Пепси пить. Ой. Бля, нам бы знаешь, что делать? Вот смотри, на вот этот вот уголочек прикрепить какой-нибудь монитор, знаешь, как экзибит в тачке ставил. Ну, и мультики смотрят. Это вообще для лампочки. Ну, фонарик. У нас для монитора. Фонарик. У нас чат. Блядь, прикинь, чат можно было бы сюда повесить и вывести. Да у нас, блядь. Ну, я понимаю, что телефон. Скоро драка будет за Пепси. Пепси. Мой брат пожалел Пепси. Пепси для своего брата. Бля, у Долера не хватает, да, посередине? А прикинь, Долер еще был бы. Куда его сюда, блядь? Ну, мы же сломал палатку.
Он бы на страх, он просто, я к этому палатку он сломал бы, он нам жопу треснул. Вот, смотри, видишь, сюда еще один человек помещается спокойно. Ну да. Трехместная палатка. А ты говоришь, маленькая. Ну я ноги не вытянул, вот сейчас вытяну. А я уже не вытяну. Он вообще порвется, блядь. Сейчас, пацаны, вы видели, как он спит сейчас? Вспомните его рост и посмотрите, насколько у него согнуты эти. Посмотри, там нормально будет видно? Я червь. Так, сейчас. Не видно? Задержка до сих пор. Ну, сейчас. Ну да, нормально, нормально, нормально. Нормально видно? Плюс-минус, да. И тапки наши стоят. Фу. Не, на самом деле, бля, тут прикольно. Да, советуем. Чисто, блядь, только люди-то не в домах живут, а в квартирах. Представь, что у них мать скажет, что они, блядь, у детской площадки не палатку поставят по совету зелья, блядь, и будут спать, нахуй. Пиздец. Зато, блядь, нам станут гениями. У них, понимаешь, голова всегда дышит, будут под открытым небом думать. Ты чё, слышишь? Там чат, а? Где? Чё? Да там уже всё. Чат задудосили. Ребят, у меня телега не открывается, у меня тут мало килобайт в секунду. Тима Мацвани пишет, скучно. Скучно. Если я проверю, встал ли член у Владоса, то у него точно встанет. Во-во. В общем, проблема, Андрюша. А он не думает. Что, блядь, уже шея нахуй заебалась. Да? Ну ты как червь, блядь, на туре спишь. Кто? Как червь, блядь. Тебя вот так на удочку, блядь, и к рыбам нахуй. Ты знаком вопроса, типа, что? Да. Блядь, у меня... Если бы ты был бы рыбой, ты какой рыбой был бы? Рыба-меч. Рыба-меч? Зачем? Или молодоглаз. А не акула. Рыба-молот. Такая есть. Да, у нее ебало типа молотом. Прямоугольный, да, да, да. Рыбомолот. А китом там или, блядь, хищником каким-нибудь. Тебя же быстро отпиздить. Либо вот эта рыба, которая боится, надувается. Ты... Она взорваться может. Нет. Ты сырёв в поисках Немо? А, она просто надувается и все. Шипами, да? Ну, она хоть да, другие рыбы вообще не надуваются, чувак. А чем надувание тебе поможет? Ну, у нее шипы типа. А-а-а, не шипы. А вот что селедки тебе сделать? Ну, блядь, ну все, акит откроет ебало, тебя проглотит, ну, и все, что твои шипучки делают? Ты не думаешь, что разные размеры, все-таки между рыбкой, блядь, кругленькой, маленькой, и китом, нахуй? Ну, блядь. Ну, это ж тоже рыба, по факту. Акит? Да. А дельфин-то кто? Надо подумать. Это рыба? Или... Дельфин? А почему нет? Рыба-то? Ну. Ну, может быть, нет. Это потому что она людей понимает? Ну, они с ультраволнами общаются. Ну, типа по радио. Там треки передают друг другу. Что-то как по их порту, нахуй. Дельфин норм, челик, на самом деле, типа. Че, куришь, а дельфин зовут? Дельфин. Сидит в черном дельфине просто. Напомнил. У тебя нет такого ощущения, что тебе как будто мечи, знаешь, разрезают там снизу? Да ну вот камушки вот эти. Пенка защищает вообще. Не, вообще, да, ну, спору нет, я вот просто ложу, кладу руку сюда и сюда. Так вот это пиздец был бы. На камнях это, блядь, у нас спартанские условия. Бля, на самом деле из бедской комнаты матрас сюда вытащил бы. На матрасе. Но это пиздец, это борщ. Это борщ, дичь. Он бы охуел тебя там точно. Матрасик-то, ёпта. Бля, ну людям стрим нравится. У нас даже онлайн не пропадает. Вы с нами, да, сегодня? Пацаны сегодня наблюдают, кто допьет пепси последний. Я вот так положу, блядь, чтобы видели. Если что, чат будет раскрывать секрет, там, если кто-то уснет, пепси выпьет, тот будет крысой. Давай так, кто первый дотронется до пепси до утра, тот пидор.
Так ты выпил нормально. Хотя, бля, от пепси больше сушить будет. Вот все, не трогай тебя вообще. Даже если во сне случайно дотронешь, это ты пидор. Ну хорошо, ты Петик на один день. Ты поэтому связал нахуй свои руки, да? Я завяжусь нахуй. Я не хочу пить. Трусами, блядь. Порвать и так связать морским узлом. Чё? Да забей. А прикинь, вот как, ладно, ну мы тут с тобой вдвоём ещё. А прикинь, тут левые люди будут, ну, которые не знакомы с друг другом. Какие какой тупняк будет. Они же больше так в потолок будут лежать, смотри. Ну да, надо продумать. Настольные игры какие-нибудь принести. Знаешь, как в качестве наказания какие-нибудь шашки играют, развивающиеся. Так вообще можно с тёлками быстро знакомиться. То есть ты ложишься слева, если у вас час, да, да, за час да, по-любому что-нибудь да, не скажут друг другу. Да, ты развиваешься в шашках. Там, это... Вот, вот эту тоже хуйню надо. В чём сразу... развиваешься? А? Ну вообще шашка, какие-нибудь игры, чтобы, знаешь, чтобы они не могли просто сидеть тупо. А так, ну, блядь, 30 минут делать нехуй. Если хотя... мы все ставим шашки, блядь, или нарды, то, блядь, по приходу обратно в палатку, армяне уже будут играть в нарды, блядь. Оставил тело, тут уже армяне столько в нарды, блядь. С арбузами продают. Нет, сюда нельзя шашки вставлять. Блядь. Да, конечно, весело. Знаете, в чем хуйня, чат? Как бы Владос-то спать может быть и хочет, а я просто проснулся в 9 часов. Или ты спать тоже не будешь? М? Ты спать тоже не будешь. Да надо вообще, блядь. Мне еще в 10 утра вставать и съебываться. Ну, слышишь, из-за того, что чат тут так поржал, они могут, в принципе, нам сократить до того момента, пока батарейка снизится. Ну, да ты уже уснешь к этому времени. Часа два он еще будет держать точно. Я чуть до пепси не дотронулся. А что ты ко мне ее так поближе поставил? В смысле? А что ты ее отталкиваешь? Я не буду пепси трогать. Так что, мы играем, да, в эту хуйню? Ну, мы еще не заключили, ну давай. Хорошо, а что будет, если никто не дотронется? Да мы не пидоры. Тогда в чем фишка играть? Давай задонатить нам. Давайте, пацаны, этот. Или дотронулся? Ну, я тогда еще, походу, дотронулся, когда по пепси сказали. Но мы еще тогда не играли, пацаны. Да ладно, ладно. Это просто как за идею, блядь. Вот сейчас пока. Да пиздец, блядь, такие козлы, нахуй. Все же говорят, блядь, задел, задел, блядь. Нет, отмазать. Понятно, пекарь, пошел ты нахуй, блядь. Я тебе единственного, блядь, нормального засчитал. Это вообще дебил, блядь. Дурак он, блядь. Он, понимаешь, он... А, пекарь у меня эти делают. Мы... Нет, слышь, пекарь, ладно. Давай так просто. Не тот Петя, как тогда тронется до 10 утра до банки пепси, тот завтра спит опять в палатке. И уже один. Не, ну это жесткие игры уже начинаются. Прямо сегодня. Сбиваемся? До 10. Я могу вообще не спать, мне похуй. Ты-то уснёшь. Что ты делать будешь? Я ж могу аккуратно как-то вещами вот так вот банку пепси потронуть себе и подвинуть. Нет, нет, я должен сам дотронуться. Типа, ну, бля, нет, там... Это боль. Давай сюда тогда поставим. Она лежит нормально. Ну, она ближе ко мне, слышишь? Нет, нет, она... Нихуя ты как... Посмотри, насколько ты далеко и насколько я... Так же далеко. Вот. Все. Ни на что, если дотрагиваемся... Бля! Да, дальше уже некуда двигаться. Дальше уже некуда. Я-то сейчас замурую нахуй в спальник, блядь. Мне похуй, я согласен, блядь. Я ебал то в рот. Окей. Поехали. Мы ее порвем сейчас. Хотел телефон взять с чатом. Я его себе поставлю, буду потом, сам. Я потом. Не, ладно, я тоже покурю пока. Я покурю пока. Ёбаная банка пепси раздора, блядь. Нахуй я её взял? А я что думаю, дай позабочусь, я нас возьму, что-нибудь попить.
Я ебал, брат. Это как на зоне, типа, если ты видишь, тем играешься, блядь. Там жопами спешинали, блядь. Ебать, ты далеко слышишь? Нет, это нечестно, я сейчас так порвел. Почему она ко мне поближе? Нормально она к тебе. Ты ёбнулся? Тебе главное не сползти лицом в нее или рукой случайно не дотронуться. А чат не видит ее. Чат на туре не видит ее. Вот так вот она. А мы уже сами друг друга наебать можем. Ну это надо, бля. Надо отменять правила, да? Надо камеру пониже. Нет, она и так стоит охуенно. Просто надо что-то делать. Что делать будем? Чат, что делать будем в этой ситуации? Они не видят. И как решать будем? Бля, вот бы нам донатили еще, знаешь, когда мы спали, бля. Антон, слышишь, помоги. Мы заперты в палатке до 10 утра. Можешь нам поддать? Приглушить свет? Да нет. Ну как, я двигаться не буду, чтобы ребята увидели. Ей нужно по-хорошему поставить. Ну конечно, потому что они не видят ее. Позвони Тохе. Вещами подвинуть можно. Можем взять по тапку, в каждую, в одну, а ты в одну руку, я в другую руку. И сплоченно поднять ее. А если она скатится? Я не хочу в эту хуйню участвовать. Нет, давай, смотри, слушай. Да мы не будем высоко ставить, сам поставь на камушки, посередке. Ну так а если бы мы, блядь, из нас кто-то рукошоп, мы, блядь, ничего не можем делать. Ну на кого, ну кто-то бас срется, скорее всего. Пускай, звони Тохе. Тоха, подними нам бутылку. Мама, помоги, мама. Он играет с нами в эту хуйню? Во что? Или мы сейчас Тоха переставим, а мы его подставим тем самым, чтобы он завтра спал тут. Тоха педик будет по итогу, да? Давай. Давай, бери тапок. Звони, у меня нету, нет. Бери тапок. Сплоченно, на раз, два, три подними и поставим. Готов? Да. Вот отсюда поднимаю, лучше ребром. Так он прогнется у тебя, так он прогнется. Да ебаный, давай, ладно, давай. Ты ебнулся. Давай. Подожди, стой, дай перекурю. Куда? Дай я на туре перекурю. Это все сложно. А? Говорю, сложно, это пиздец. Ты психуешь что-то. Что-то загнал за эти бутылки. Я просто, у меня клаустрофобия, боюсь замкнутых помещений. Гонишь? Нет. Только сейчас узнал, ты же раньше не спал в палатке. Ну вот сейчас я чувствую что-то. Может, посрать захотел после пиццы, блядь. Поворачивай. Бля, нам даже знаешь, что еще бы еще? Понять вебку не можем. Это не вебка, это камера, блядь, Fujifilm. Да, пацаны, тут, блядь, не. Ладно, была бы вебка, блядь. У меня была бы тут, слышишь, жебель колонка. Может, была кадила. И делать реакцию на соседей. Делать деньги, блядь. Или мы открываем бизнес. Делать бабки. Все Катю зовут. Чтобы Катя помогла нам. Ну сейчас ряд плана при любом следе. 100%. Это зайдет. Вот это зайдет. Это во-первых. Во-вторых, в ТикТок. В-третьих, ебать иди, да? Вот, и которая вполне реализуема сразу же. И которая может в натуре взорвать. Красавчик. Вот ты же понимаешь, что теперь бывает под открытым небом, как можно придумать? А, да. Небо открытое, смешалось, да? Ебучий потолок, блядь. Я должен был выше этого думать. Маш, пиздец. Там сейчас мешает, что еще камеры за нами подглядывают. По твоей подводке бомжи должны быть самыми умными людьми. Ну, вообще, по идее, да, потому что они появляются в экстренности. Они скатываются с этой крыши, блядь.
Не, ну они-то ёбнутые, они пропивают. Они твой свой мозг отдают за алкоголь бесплатно. Это так-то они умные, да, гении? Так-то они гении. 200 IQ. Просто спились. По-любому, по-любому. Ну да. Так же в драконьих монетах проебали последние. Когда не выплатили зарплату. Мы не проплатили за это. Поставил в Бакару 100 рублей, проиграл. Фу, блять, а я все ближе и ближе. Тапками не будем двигать? Ставить ее ребятам, чтобы... Нам нужно пол... А, блять, пацаны. Давай, еще. Бери ребром. Сейчас, подожди, я где-то Айкос потерял. А где Айкос? Под бутылкой, я вроде помню. Ты гонишь? Вот там вот. Нет. Сладкий. Ты сдавал, ты хотел мне подставить. Хотел подставить. Хотел. Блин, я пить хочу вообще-то. Давай, давай. Завтра еще. Оставь только на завтра. Тогда уж, в таком случае. Давай, давай. Да нет, ты другой, вон там, вон. Нет. Давай просто вместе с одной стороны подними просто. Что ты делаешь? Ты куда тянешь? С той стороны поднимай. Так я поднимаю. Да ты куда ты добился? Стой. Стой, вот, все. Ты хочешь на крышку поставить? Так круче. Тихо, нормально. Там видно. Видно? Сейчас посмотрим. Ну, вроде да. Да, да, видно. У нас из Бладхата это самое охуенное. Мы сняли за 200 тысяч в доме, который ничего не понравился никому. А тут палатка за 1800. И все гениально просто. Все гениально. Людям нравится, люди смеются. У нас так не смеялись на Бладхате за все стримы вместе взяты, понимаешь? Ну все, видно, батл, короче. Лучше флип-флап. Для света как-то выключить. Ты свет думаешь, надо выключить? Ну тут, блядь, ну мне кажется, уже пора. Нормально будет видно? Все. Ну вроде да. Знаешь, что еще самое хуевое? Мне не понравилось, как мы это сделали. С тапками. Знаешь почему? Потому что она встает. Она ближе ко мне, тут вода. Если ты дернешь ее подушкой, она ко мне скатится. Она почувствует по диагонали. Скатится она не в подушку. Ко мне, правильно. Нет, вообще так не видно. Ну, бля, чуваки, бля, глаза пиздец ебет. Блять, надо что-то делать, пацаны сейчас. Да видно же, блять. Да еле-еле. Ну, блять. У меня глаза уже устали, просто реально. Сюда еще девок реально стримить, блядь, можно. Да? Вот этот контент. И тут уже придется обжиматься. А музыку на компе оставил Тоха? А, да ладно. Тоха нам еще сюда музыку вставил. То есть ребята, походу, с музыкой смотрят. То есть что, что мы говорили, они не слышали? Сюда еще девок реально стримить. Да, там музыка. Ну, не слышно тут. Обжиматься. А музыку на компе оставил Тоха? А, да ладно. Тоха нам еще вся музыку вставил. То есть ребята, походу, с музыкой смотрят. То есть что ж мы слышали, говорили, они не слышали. Сюда еще девок реально ставят, там музыка. Ну, не слышно. Ваня Токи, пускай я бутылку попросит. Нет, нормально, нормально, я вам слышно. Не, прикольно. Там она на фоне играет, потому что мы спать ляжем, ребята хоть с музыкой на нас посмотрят. А то в тишине это пиздец вообще. Ее еле-еле слышно. Так это Тоха гений. А зато они бутылку не видят. Бутылку тебе не видно? Им не видно. Но хочу, чтобы все это, этот, ну, если дотронется, чтобы уже кто-то спал. Ну ты хочешь при свете спать? Да. Я вообще не хочу спать. Я-то выспался, я до 9 часов спал вечером. Ну, ну пиздец, неравная борьба-то. Я тебе не дам поспать. Ты чему? Я буду шуметь. Добрый я ночью. Буду рэп записывать тут. Я спать.
Смотри, блядь. Следите за его движениями. Мне похуй, я рыбу буду писать, слышь? Да, чё, в смысле? В прямом. Сейчас? Мне интернет, конечно, меня интернет ловит, может, что-то мысля пойдет заебатая. Яндекс.Лавка. Важные, любимые и разные продукты по обычным ценам. С доставкой за 10-15 минут. У Ладоса дома. Опа, хоть ты у меня уснешь, понял, ты барбос, ты на самом деле ебаный червякос. Опа, 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 да. Я валяюсь, и тебе сегодня пизда. Будешь пидорасом, дотронешься по-любому. Блядь, ну блядь, я что, один буду спать? Ой, точнее, этот нихуя не делал. Я же говорю, спокойной ночи, блядь. Пиздец, да ты ебнулся. Я не хочу, я хочу пережить эту бутылку. Да, блядь, да пережим, ты просто ее не трогай, да заебал. Мне в 10 утра вставать. Понимаешь? Ты им объясни. А? Ты им скажи. Ты можешь чем угодно заниматься, мне твое пение вообще не мешает. Я тогда буду дедкор слушать. Давай. Серьезно? Ты, ну, блядь, ты сам долго выдержишь дедкор, дедкор, пошел в пизду. Ну, пошел я спать, нахуй. Спокойной ночи, чат, спокойной ночи, спасибо. Окей. Сейчас. Прикинь, делать обзор в палатке. Блядь, для Ютуба можно делать обзор на клипы в палатке. Блять, у меня 20%. Ну, я чё? Ты упала? Да. Ребятам нравится, слышь. Кадиллак? Ты все время смотрел на меня просто? Да, мне просто жарковато, если честно. Тебе жарко? Я штаны снимаю. А? Я штаны снимаю. Ты штаны снимаешь? Бля, ты мылся? Водничка не будет плохо? Бля, мне надо, походу, еще и кофту снимать. Мне реально жарковато. Конечно, в зимнем, блядь, сидишь, который минус 30 выдерживает. Да, что-то, блядь, парилка пиздец, нахуй. Не, носочки надо точно снять, иначе у меня ноги за два пухнут, ёпта, я не смог кроссовки надеть. Не на педали нажимать. Блядь, застрял. Вызываем, блядь, человека. А кому можно позвонить, чтобы мне сейчас, блядь, хотя бы провод принесли от айфона? Я хотя бы... подключишь, блядь? А? Куда ты его подключишь? Пауэрбанк. Бля, мне ж надо с пацанами как-то общаться, они ж... Ух, блядь. Не на педали нажимать, блядь. Уже все мокрые носочки. Заклавы, так не тышно, быка. Ой, блядь, ебать. Так выкини туда их за это. Не пахнут. Вообще. Да, ну, так не типа. Ну, на пол кидаешь. Подниз. Ну, ладно. Ну, хотя бы, ладно, хотя бы. Водос, дашь в телефоне посидеть в чате? Я с ребятами пообщаюсь. Нет, у меня 5% осталось. Блять. Все, еще раз, ребят, спокойной ночи. Ой, сука, ноги не вытяну, нихуя не сделать. А только в натуре спит? Тоже? Да. Да, скорее всего. Блять. Слава. Опа. А я ему напишу. Не свою в сети.
Бля, он в сети был час назад. Жмот. Че? Тебе говорят жмот. Почему? Может, телефон мне не дал. Да что за хуйня-то, ёпта? Ебаная мамочка, блядь. Застёгивайся. У Гриши её новые роли, говорят. Она в пизду, я вообще нахуй. Так, господи. Не боюсь свою бутылку, блядь. Надо будет ещё переночу с неделю, блядь. Ах, кальянчик. Тоже в пизду, блядь. Мне это не нравится. Мне не нравится, когда птицы так делают. Боишься? Каркают. Ну да. Они еще клевать могут. Серьезно? Да. Ты же не против, да? Нет, конечно. Обожаю. Бля, не слышно. Что, все, музыки не будет? Нет. А что, устал? Килобайт экономлю. Правильно, правильно, тебе еще нужно здесь. Алло. Да. Здорово. Что ты спишь, голова? Я в палатке. Ты в палатке? Я в палатке, да. Ну, у нас еще стрим не закончился, ты если что на стриме. Здорово, ребята. Охрана, пушка просто, ребят. Охрана, это, блядь, мышка. Мы проебали задание, теперь мы с Ладосом спим в палатке. Ну, стрим еще идет, да? Да, на ВСД можешь зайти посмотреть. Можно в ВКонтакте ответить? Давай сейчас. Давай, я пока на ВСД, давай. Что такое доброта, и увидеть нельзя.
Бля, жать, прохладно уже становится. Прохладно? Да, в палатке минус то, что, блядь. Все, с тобой Кент угарный лежит, блядь, музычку слушает. Я в общаге живу. Смотри, блядь. Прикрываешься, блядь, жарко, нахуй. Блин, забей, у меня тут чуть-чуть процентов осталось, я хуй знаю, что я буду делать. Пожалуйста, садись уже, нахуй. Что делать будем? Я? Yeah? Да. Спать. Надо Сережке отправить, чтобы я купил мне стикл. Да с каким это 10 тут? А камера выдержит? Возможно, нет. Вы до конца будете сидеть тут? Или как? Бля, это пиздечила обстановка, да. Да я не с тобой еще там. Ты реально спать хочешь? Ты спать реально хочешь? Кто спать хочет? Тяжко тут.
сильнее, горилла или медведь? Часто животные в дикой природе вступают в смертельную схватку, исход которой не всегда можно предугадать заранее. Интересно, но даже самое безобидное существо, как оказывается, может за себя постоять в экстренной ситуации. Насколько правильно... Это митинг в поддержку губернатора Хабаровского края. Перекрыта центральная улица нашего города. И нескончаемый поток людей просто с одной стороны. И нет конца. Нет конца его. Вышел как будто весь Хабаровск. Весь Хабаровск вышел. Люди защищают свой выбор. А Хабаровск — это пример всей России, как нужно отстаивать свой выбор. Друзья, если мы не будем бороться за свои права, отстаивать свой выбор, нас всех пересажают так поодиночку. Наверное, самое громкое политическое событие, наверное, более громкое, это арест Сафронова, бывшего журналиста-коммерсанта. Но, тем не менее, для этого... Не хочу пить пепси, пацаны. Ты посмеялся сейчас? Очень-очень жарко, блядь. Не получится. Ты видел, что в Хабаровске происходит? А? Видел, что в Хабаровске происходит? Ну, слышал, так что да. Это пиздец. Яндекс.Лавка. Важные, любимые и разные продукты по обычным ценам. Ламода. Мода на каждый день. Ну, как у вас дела? Давай, расскажи, что ты сделал? Что? Отца,
Слышал, брат? Мне сейчас написали, а если у нас камера сядет? Понимаешь, черный экран будет у меня на канале. Мне за это заблокировать канал, наверное, могут там сюда. А ты в Лигу стримишь это? Да. А нахуя? Сам сказал, тут вот эти стримы в Лигу стример. Еле, ты про Афиню сказал только. Да не, ну и в палатку, типа, тут этот фармик, если что. Ну, от Тохи набрать, набери Тохи. А я не знаю номер телефона, говори. А? Говори номер телефона. Как тебе скажешь? А, на напиши. Или со своему позвони. Ебать, а вот это вот натуре, слышишь? Вообще у тебя что? А, да. Нет, Ань, молодец, красава. А что, звонишь? Пиздец, да, нам? Делаем. Тебе нет, как ловит здесь? Нормально, вроде более-менее. Ну, как вариант, скачать Streamlabs на телефон. Я уже не смогу, у меня батарейка сейчас кончится. Мне если только идти за пауэрбанком. А и что сделать, чтобы перезапустить стрим, типа? Может, он офнет? Ну, хотя не, вряд ли офнет. Не офнет совсем. Что делать? Ладос? Я думаю. Почему мы гениальные идеи просто придумываем, чтобы все это нормально было? Вполне решаемо. Никто не подумал об этом, о том, что ты поставишь в Лигу стримеров, бля. Да я думал, все так ставить будем. А? Я думал, все так ставить будем. Бля, да не. Никто не подумал про камеру, что на сайте будет кекс. Что делаем? Ну не спи. А, я узнаю, когда стрим офнится, у меня просто телефон сейчас разрядится. Сколько разряд? 3%. Пиздишь. А, 13%. На десятку плачу. Так ты... Хочу пауэрбанк взять. И получается стрим перезапустить. Без лиги стрима. Был бы Тох, он перезапустил. Тох спит. Вы и так полтора часа посидели, так что идите домой. Да не. Мы так ебали, чтобы все попасть. Согласен. Я предлагаю домой зайти на несколько минут. Ну иди. Точно? Ну да, что. Что камера не заебнет по пути. Вот это вот, блядь, проблема. Фу.
Ты что будешь перезапускать? Да. Вот здесь выход есть, если что. Да, там Пепси. Не, я лучше так пройду, пизду, я ебал эту баночку, но его нахуй. Ты лучше камеру, да, разъебешь? Я лучше, нет, я аккуратненько пройду просто. Ой, путники. Че ты? Я сейчас вторую себе бутылку воды принесу нормально. И пошел ты нахер, козел. Блять. Слышь, а там утро. Там уже утро. А подожди, у Тохи вот он, пауэрбанк, да? Да, тут пауэрбанк. Все, пошел стрим перезапускать и провод возьму еще. Блять, только... Камера стоит?
А, нет. Блять, в аду забыл. Я в аду забыл, ёбаный свет. А? Сделай мне модер в чате. Это с компьютера надо делать, ты ёбнулся. Есть телефон. Банально, хоть так отвечаем. Точнее, сейчас так. Давай, давай. Да я не хочу спать, понимаете, мне вообще спать не тянет, блин. Опа. Опа. На чём у меня зависло? Все, заебись. Че, бандиты, блядь, что делают? Я не буду ее трогать. Нет, я хуй ее трону. Сейчас, блядь, сюда носки свои засуну, смотрите. Что посмотреть можно?
бежите. Бегите. Когда у вас прицел оказывается ниже, ты черной точки выкидаете. Это дым. Опять же, тунчик прибавил, все. Бля, чат, кто видел мои стики? Зови Гешку палатку. А, бля, кто видел мои стики? А, все, нашел. Все, у меня последний стик, блядь, остался на сегодня. Если что, осталась одна палка. О, я все выкурил. Да ладно. Бля, не покурить мне куча. Пиздец. Мне курить не ой. Что делать? Вторую часть астрала. Ёбнуть, да не. Кого куда? Чего никто ничего не пишет? А. Да, это есть спокойная ночь. Тепло, тепло. Ладос уже сопит. Чатик, подождите. Thank you.
читаю, читаю, читаю. И как мне спать? Пиздец. Забыл закинуть приз. Нет, не забыл. Мне просто тут Сбербанк не работает. Я завтра плиту скину. Честно. Точнее, сегодня. Окей, блять, окей. Я просто не усну тут. Бля, это же поиграть в шиничили. Или в чат-рулетке посидеть. Бля, может чат-рулетку на это скачать? Еще как приснится мне. Yeah, like...
кидала рекорд, Джош? Крышку куляла. Я ТикТок смотрю, ребята. Так, чё, братва, вот тут кто-нибудь есть? Все, батарейка кончилась, ебать. Пауэрбанк съел, блядь. Так, чё, братва, вот тут кто-нибудь есть? Пизда в натуре съел. Пизда. Все, батарейка кончилась, ебать. КГ. Да, на туре пауэрбанк сел. Девочек поотбираю пока. Меня Ксения какая-то лайкает. Не знаю, кто такая. После фильма «Жизнь». Не такое, блядь. Мне жарко, я не знаю, как он спит, а минус 30. Да, блядь, жарко, пиздец. Как бы не простыть от того, что ты спать из-за мафы, то, что он храпит, да? Можно высказать пару слов?
Клочков Владимир Львович. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены рабочей группы. У меня творческое предложение. Территория России – это не только земля, но, как мне кажется, еще и территория культур разных, уникальных. В прошлом году, набирая студентов, я проехал от Калининграда до Владивостока, общался с людьми, и могу сказать, что у людей есть некоторые опасения, связанные не с тем, что в иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, что пока Путин президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того, как... Можно высказать пару слов? Блядь, заинтересовало, и чё там? Блядь, заинтересовал, пизда. Спокойной ночи. Давайте спать, спокойной ночи. Смотрю, тут что-то, вот, кто-то кому-то что-то высказывает Путину. Когда-то, может быть, ядерное оружие будет не самым гражданам, безусловно. Короче, хуйня. Пару слов. Ананасовый сироп в стиле шансон. Ананасовый сироп. Добавляю свой стакан. Егор, чтоб ты еще столько же прожил. Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Его подозревают в убийствах и покушениях на убийство нескольких предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах. Все это самое плохое, что есть в мире, все это Фургал. Задержан губернатор Хабаровского. А в качестве протеста можем сделать? Словить полномочия. Надо фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда. Пусть весь мир узнает, что это за бардак в стране. Вам конституция нужна? Мы вам дали конституцию. А вы нам наручники на руки одеваете. Бессовестные. Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать. Но Бортников не Берия. И Воронков у вас не хватит. А в кассе протеста... Надо фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда. Пусть весь мир узнает. Ебать. Почти столько же, сколько на бессмертный полк. Народу я ебу, блин. Жириновский груз. Ой, бля. Как сложно, бля. Как сложно, пацаны. Я такой интересный, потом вам показывать. Это как вообще возможно? Два меню. Как понять два меню? Ну, для работников и для... Мы вообще понимаем, что мы делаем? Что происходит, если родители не могут доплатить? Для начала возьмем и сократим премии всем. Главам районов, правительству. А за что платить премии? За то, что мы не можем организовать? Ну все, губернатор уехал. Теперь инфекционная больница. Строится круглосуточно. Три смены. Я тебе поверю, что не ебал туда. Да
курсе, парень! Блядь, да нахуя! А что ты так нахуй устроился? Чё ты плачешь, блядь? Из-за того, что ты мне не поверил. В плане, за долг, блядь? Да! Я просил в долг! Окей? Ну хорошо, допустим, я тебе поверю, что ты... Побежает, вот она. Да здорово живешь. Зашли, вырубили сопки. Врача руку хватило, вот так скучно. Кого? Ватоса? Там, бля, пускай поспит. Если он так вырубился быстро, значит, там пиздец. Значит, там пиздец, я вахую, что вы еще тут сидите. Сейчас телефон у меня доживет, и в конце я тоже спать, наверное, лягу. Ребята, тяните топ сейчас. Ебать, он укутался, глянь. Не, он точно не проебет теперь. Видите это? Он так укутался, что там руки все вообще никак невозможно достать. Короче, понял. Надо быть как-то мне аккуратнее. Хуйня идея. Ебать, он укутался, сука. Маха стал вонючкой. Маха вонючка. Не обижай моего брата, понял. Надо говорить. Нужно аккуратно подкинуть пепси. Тогда я буду крысой. Нет. Хуйня получится, тогда буду крысой. Тапками, не. Так, и TikTok пошел дальше смотреть. Ебитесь. Ладно, любя. Вы единственные люди, кто со мной сидит даже в этот момент. Даже несмотря на то, что вы не видите TikTok, блять, вы все равно сидите и смотрите. Блять, one love каждому, блять, красавчики. Либо просто тут хейтеры сидят, ждут, пока я до бутылки-то трону, чтобы меня захуесосить потом. Маха выбрал крутую тактику, блядь, да. Так, все, ладно, пошел смотреть. Вот эти три учреждения на нашем имуществе заработали 32 миллиона и на свое усмотрение их потратили. Подведомственные учреждения занимают шикарное здание, сооружения, летают бизнес-классом, ездят на дорогих машинах. Вот эти три. Я подписываю важнейший документ для всего Хабаровского края, для жителей. С 10 января все жители, проживающие в территориях крайнего севера и приравненные к ним, будут теперь летать в Хабаровск и к себе домой по льготным билетам. Детские 3000, взрослые 4500. Мы начали с Охотска. Себя охот хорошо показал. В этом вопросе спрос есть, люди довольны. Поэтому, как и обещал. Thank you.
ваш расчет от президента падает. Соответственно, лучше вести такую политику не я, не Александр Александрович. Потому что вот по цифрам история выглядит очень грустно, да? Рейтинг вашего расчета от президента падает. Только вы, что ли? Только вы, что ли? Только вы, что ли? Только вы, что ли? А то...